Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Аллу Пугачеву застали на премьере нового фильма. Она была нежна с актером Александром Домогаровым, призналась, что ждет весну, ведь ей как-то некомфортно, рассказала, что подаренная президентом Белоруссии картошка потрясающая, и похвалилась успехами детей, младшая дочка пишет книги, но в ответ на вопрос, не напишет ли Лиза ее биографию, артистка ответила без особого энтузиазма, выразила слабую надежду, что протянет следующие 10 лет. «Мне дожить бы до тех времен, когда они школу закончат», сказала Примадонна о детях в эфире программы «Ты не поверишь». Они пойдут в первый класс в следующем году и, когда закончат школу, певица будет больше 80 лет. «Карманных денег у наследников нет», — дала понять артистка. «Откуда? Они же не работают», — пояснила она. Звезда довольна своими детьми, которые посещают творческие кружки, рисуют, учат французский язык. По ее словам, творчество — это всегда хорошо. Двойняшек Лизу и Гарри в 2013 году родила Пугачева и ее мужу, юмористу Максиму Галкину. Суррогатная мать. Сейчас дочка и сын занимаются с преподавателями на дому. В какую школу отправят их знаменитые родители, неизвестно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!